Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хочу продолжить разбор легендарной композиции, легендарной песни Виктора Цоя, одной из основополагающих вещей, которые он написал, которые он сделал. Вот, базовая песня, такие, из таких, как «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет». Вот. Песня «Перемен» — это одна из центровых его песен, если не самая центровая. Вот, в свою очередь она меня очень сильно поразила. Вот, и, естественно, изменила практически все мои взгляды на нашу жизнь. Вот, ну, как обычно, я сделал аранжировку, там играет группа, причем партия гитары, она двойная, то есть там две гитары играют, причем у бас-гитары тоже очень хорошая мелодическая партия. Вот, я это все сделал на одной гитаре, это вступление, то есть я сделал такую аранжировочку в одну гитару. В первом видео я показал первую половину вступления, в этом я думаю, что у меня получится все вступление. Давайте начнем. Само вступление состоит из четырех частей. Первая, вторая, третья, четвертая. Первая и третья – это одинаковые части. Вот. Вторая и четвертая – они отличаются. Вот. Но тоже у них начало одинаковое. Итак, сама песня играется в тональности фа диез минор. Я вам советую поставить каподастр на второй лад и играть как в ми миноре. Ну, либо вы просто можете без каподастра играть в обычном ми миноре. В первом видео, когда я показывал вступление, мы остановились вот на этом месте. Я вам сейчас сыграю первые две части. Как я уже сказал, вступление состоит из четырех частей. Еще разок сыграю вам медленно, чтобы вы вспомнили. Ставим аккорд ЕМ и начинаем, значит, вот не убирая его, как вы помните, такой у нас ритм идет вниз-вверх-вниз, ритм галопа. Часть такая же, как и первая, но я ее повторю. Вниз мы ставим аккорд ЕМ, 5, 4 на втором, играем вниз, вниз, вверх. Потом мы к аккорду ЕМ поджимаем шестую на втором, играем вниз. Потом поджимаем шестую на третьем, играем вниз, вверх. Еще раз играем медленно. Потом отсыпаю третий лад, остается второй, мы его еще не успели отцепить, и аккорд ЕМ мы все время держим. Еще разок сначала. И вот на втором ладу у нас зажата шестая, мы играем вниз. Еще медленно. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вниз. Потом шестая на третьем, вниз, вверх. И ЕМ открытый, вниз. Вниз, вверх. И еще разок сначала до этого места. Открытый, 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 второй, третий, второй, третий, открытый. И опять открытый аккорд ЕМ без всяких сжатий. Второй лад, вниз, вниз, вверх, потом третий лад,
два раза одинаковых кусочка. Два одинаковых кусочка. Вот каких. Только вот последние два удара мы не будем играть за вторым разом. Еще разок. Дальше вниз-вверх мы не играем, мы переходим на квинту, это будет, если так считать, то седьмой лад, если без каподастра, точнее, если считать, не считать каподастра, вот так вот считать, от первого, второй, а если с каподастром, то это будет раз, два, три, четыре, пять, пятый лад. Ну, так вот с каподастром мы считаем. И мы играем, давайте еще повторим первую часть. Вторые, точнее, последние два удара во второй части мы не играем. Еще разок первая часть. Вниз закончили. И вот эти два, как в первой части, мы не играем. То есть две одинаковых части, но вторая часть, последние два удара вниз-вверх, мы их не играем. Вот я почему много раз так повторяю, чтобы вы не запутались. Все время держим ЕМ, и второй, и первый палец, и четвертый у нас вот работают на шестой струне. То есть мы таким образом, у нас идет основной аккорд ЕМ, не минор, и на шестой струне мы делаем такую подыгровку, такую небольшую мелодию. Как я уже сказал, ставим квинту на пятом ладу, играем вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Квинта — это шестая на пятом и пятая на седьмом. Осталось, значит, шестая на пятом, и пятую мы уже зажимаем не на седьмом, а на шестом. Получается, пятая на шестом, шестая на пятом. Значит, когда пятая на шестом, шестая на пятом, вниз, возвращаем пятую на седьмой, вниз вверх. Чередуем. То есть мы все время шестую держим на пятом, а пятая у нас шестой, седьмой, шестой, седьмой. Меняем. Получается вниз пятая на шестом, пятая на седьмом, вниз вверх. И так мы делаем раз, два, три. И четвертый раз не полный. Четвертый раз у нас только шестая на шестом. Еще разок это место. Перед этим у нас было дальше пятая на шестом. Третьем, пятое на пятом. Просто вниз. Вот у нас закончилась третья часть. Она звучит точно так же, как первая. Могу вам даже сыграть все три части с самого начала. Как раз вы можете повторить. Часть начинается как первая, аккорд ЕМ, пятая, четвертая на втором, играем вниз, вверх, шестая на втором, вниз, шестая на третьем, вниз, вверх.
шестая на втором вниз, шестая на третьем вниз вверх, шестая открытая вниз, вниз вверх. И еще раз ЕМ, шестая открытая вниз, вниз, шестая на втором вниз, шестая на третьем вниз, шестая на втором вниз, шестая на третьем вниз, вниз, открытая. Еще разок до этого места. Еще разок повторю. Там точно так же. Первая часть мы играем два удара в конце, вторая не играем. Вот еще разок это место. Вниз, вниз, вверх. Дальше. И переходим на седьмой лад опять. Точнее, здесь с каподастром он считается как пятый. Еще разок. Шестая на пятом. Пятая на седьмом. Играем вниз, 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 вверх. Далее. У нас получается первые и третьи пальцы. Первый палец на шестой, в третий на пятый. Пятый лад, седьмой. Вторым пальцем мы поджимаем шестую тоже на седьмом. Эти все пальцы держим. Играем вниз. Потом еще мизинец к этим трем пальцам добавляем. Шестая получается на восьмом. И играем вверх. Еще разок до этого места. И еще повторим всю четвертую часть с самого начала, как мы ее начали учить. Получается вот такая фраза. Квинта на пятом. Играем вниз, 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 вверх. Шестая на седьмом. Вниз. Шестая на восьмом. Вверх. Вот что. На восьмом играем вниз, вверх. Потом возвращаемся на седьмой лад. Держим шестую на седьмом. Восьмой лад, шестая на восьмом. Потом убираем пальцы вторую и четвертую. У нас опять обычная квинта. Шестая на пятом, пятая на седьмом. Вниз. Еще разок медленно. До этого места. Потом квинту сдвигаем с пятого лада на седьмой, потом на восьмой. Здесь получается шестая на седьмом, пятая на девятом, и потом шестая на восьмом, пятая на десятом. И у нас дальше идет квинта шестая на втором, пятая на четвертом, и дальше квинта шестая на третьем, пятая на пятом. Ну, можно так запомнить, значит, седьмой, восьмой, второй, третий. И доигрываем, точнее, сейчас еще повторим это место. Конечно, вот эти лады 7 и 8, но квинты будет звучать эффектнее. Еще разок это место. Вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, 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 вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, 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 вниз. Ну еще, молодые, сейчас продиктую по шестой струне. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6.
На четвертом и далее шестая на третьем, пятый, четвертый на пятом. Можно вниз. Ну вот таким вот образом заканчивается четвертая часть. Осталось все это запомнить. Сейчас я вам еще разок сыграю медленно. Значит, штука. Ну и в следующем видео я вам покажу аккорды, вот, и более подробно расскажу про сам ритм. Ритм называется галоп, он трехдольный. Раз, два, три. И еще напоследок вам сыграю все четыре части. Первая. Все получится.